надежды на то, что лимит волшебства и сумасшествия в этом турнире еще не исчерпан. И с надеждой на чистые звуки футбола. Аякс против Тоттенхэма. Махни рукой, махнул, поехали, действительно не так. Подача штрафную. Удар поворотами, 1-0. Все получается невероятно легко. Здесь контратака, вот ДБХ. Дальше на Татич, он уже в штрафной. Откатывает его! А болельщики-то подхватили. Филиале, передача Мора. Последняя атака Тоттенхэма сейчас начинается. Сисока, длинные передачи. Фернандо Льоренте, Делик поставит корпус. Вместе с Дели Алли. Дальше. Удар. Они там все повываливаются со своего сектора.